Battle Beetle Sports Project. Всем привет, с вами Альфия Штрякова, тренер по кикбоксингу клуба Sportlife и тренер по тайскому боксу Паршин Игорь. Сегодня мы с вами рассмотрим часто используемую комбинацию «Работаю по этажам». Мы сначала отработаем это все без объяснения, то есть быстрым-быстрым темпом, а потом уже все будем детально рассматривать. Вот примерно так выглядит эта комбинация, а сейчас мы это все рассмотрим подробно, в деталях. Итак, что мы делаем? Мы встречаем джебом, постоянно встречаем соперника, как только он на вас идет, встречаем правым прямым. В этот момент соперник опускает руку и быстро встречаем боковым, левым боковым и заканчиваем правым медлом. Таким образом завершается атака. Итак, мы сейчас все это повторим медленно, чтобы вы понимали, как работают руки, ноги, и постепенно будем темп увеличивать. Угу. Вот мы рассмотрели такую комбинацию. Но все, кажется, что это все легко, быстро. Все заключается в количестве повторений. Работайте над собой, делайте свои любимые комбинации, находите себя. Вот, тогда все у вас будет получаться. Всем успехов. Всем спасибо за внимание.